Вот, Ангелина, не могу справиться с иррациональным мышлением, которое сохраняет внутреннюю тревогу. Невроз 13 лет, мне 21. Давайте вот сейчас вот этим кейсом сегодня дополним. Ангелина 274, пожалуйста, позвоните мне. Не могу справиться с иррациональным мышлением, которое сохраняет внутреннюю тревогу. Потому что вот два пассажира, два парня, да, они, собственно говоря, интересно, безусловно, просто я уже не успею. Поэтому как тебя зовут? Руслан и Дима. Давайте в четверг, будет интересно. Потому что вот это вот очень будет полезно вам посмотреть, какие бывают разные неврозы. Так, Ангелина, где ваш звоночек? Ангелина, звоните. Пожалуйста. Ангелина, пожалуйста, позвоните мне, я вас жду. Где вы? Разбираем кейсы, один уже разобрали, говорили про мотивацию, и сейчас ждем звонка Ангелины про убеждения будем говорить. Ангелина, давай. В чем проблема? Где ты есть? Не может дозвониться человек. Нет. Ну что, сидим, разбираем кейсы. Один разобрали и говорили про мотивацию. Вот ждем второго, собственно говоря, героя, который никак не может до нас дойти. Всем хорошего вечера. Это у меня инстаграмская работа. Ангелин, ну чё мы тормозим-то, алло. Здравствуйте. Привет. Долго не могла найти. Выгоняла, что ли, всех из квартиры? Нет, не могла найти контакт ваш А в потому скайпе. что надо заранее этим озабачиваться. А я вас добавила заранее, просто ну, это нормально для невротика, что у него сразу паника. А в чем паника? Ну, возможно, не знаю, неизвестности или перед публикой. Но публики же нет, мы с тобой просто вдвоем говорим. Ну, так-то да. Чего бы ты могла бояться перед звонком? Не знаю. Давай подумаем. Если бы знала. Только честно. Сложно. Да нет, не сложно. Просто по чесноку к себе задай вопрос. Чего я боялась, когда я надо было позвонить? Что? Наверное, что возникнут какие-нибудь трудности в диалоге. И что будет? Ничего, я буду чувствовать себя некомфортно. А какие конкретно трудности могут возникнуть в диалоге, и тебе будет некомфортно? Только честно. Только честно. Мой страх, наверное, мне затмит какое-то мышление мое в этот момент, интеллект, и мои слова будут не совпадать с тем, что я думаю. И что будет? Страх затмит интеллект, и что случится? Я буду нести чушь. И если ты И я будешь опозорюсь. нести чушь, то что? Я опозорюсь. И что это значит? Что это о тебе говорит, если ты опозоришься и будешь нести чушь? Ну, что я буду плохой или выглядит как-то не так. Плохой и глупый? Ну, скорее испуганный. Не вижу глупый. Испуганный. Испуганная. И если ты испуганная, то что это значит? Если мы с тобой разговариваем, и ты вдруг чувствуешь себя испуганной, и я вижу, что ты испуганная, о чем это говорит? Сложно. Нормально. То есть ты не хотел бы быть испуганной, потому что это затмит твой интеллект. Да. А зачем тебе нужен интеллект со мной в диалоге?
Так, вопрос интересный. Ну, он, в принципе, нужен. Ну да, но со мной в диалоге он тебе нужен, видимо, особенно, потому что ты боишься, что он его затмит, да? Ты хочешь понравиться интеллектом? Нет. А что? Скорее, я хочу, чтобы диалог был более откровенным, а когда возникает это чувство, то становится трудно говорить правду. Почему? Трудно говорить правду. Ну, наверное, в этот момент хочется ответить так, чтобы не выглядеть глупо, да? И ты начинаешь... А, вот, я поняла, ты не хочешь потерять интеллект, потому что ты будешь говорить то, что думаешь, а, наверное, ты привык, что, возможно, не хотят, чтобы услышали то, что ты думаешь, могут подумать что-нибудь. А кто не привык слышать то, что ты думаешь? Окружающие. То есть ты сейчас говоришь о том, что ты привыкла говорить так, как надо, а не так, как ты хочешь? Больше да, чем нет. А какие большие вещи ты подавляешь себе с точки зрения я бы и мне приходится делать так, как надо, а не так, как я хочу? Наверное, многое. Ну, например. С 13 лет что маленькая Ангелина вынуждена обычно говорить и делать, чтобы не показаться глупой и плохой? И она так сильно испугана, когда может случиться так, что люди узнают правду. Ну, когда мне было 13, и мне было плохо, об этом никто не хотел слышать. А как тебе было плохо, когда было 13, и кто об этом не хотел слышать? Ну, получается, что мама, когда меня отправили в санаторий, где я была 9 месяцев, и я хотела оттуда уйти, но возможности не было, и я говорила о том, как мне там плохо, но ничего не менялось от этого. Что ты чувствовала тогда, когда ты жаловалась и говорила, что как тебе плохо? Ты чувствовала, ты говорила искренне, да? Да. И как к этой искренности отнеслись? Ну, что... Я мешаю. Ну, что я отвлекаю своими слезами и тревожностью. Мешаю, отвлекаю. Это все метафора, то, что я не нужна, да? Да. Как сегодня управляет тобой убеждение, что ты не нужна и ничего не значишь? Я думаю, что так же. Приведи пример. Ну, например, отношения с парнем. Если, ну, у меня такое мнение, что я должна, постоянно мне должны доказывать то, что я, ну, нужна и меня любят. Если человек какое-то мало внимания, да, мне дает, то я начинаю в этом сомневаться. Причем заметь, это внимание интерпретируешь ты. Да. То есть запоминай. Тебе есть чем записать? Так, сейчас. Пишу. Первое. Давай запишем вместе. Первое. Мне нужно доказывать, что я нужна. Мне должны доказывать, что я нужна и значима. Мне должны доказывать, что я нужна и значима. Да. Записала? Да.
От слова «доказывать» стрелочку вниз рисуем. И пишем вопрос. Как обычно это выглядит? Знак вопроса. Как обычно это выглядит? И теперь ты мне сюда рассказываешь, как обычно должны вести себя люди, которые, по твоему мнению, поведение которых, по твоему мнению, доказывает, что ты нужна и значима. Три варианта, три типичных формы поведения, которые ты считываешь, что ты нужна и значима. Давай я упрощу. Это меня слушают. Это должны, меня должны слушать, когда я что-то рассказываю или говорю. Меня должны слушать всегда, да? Да. Если я что-то говорю, то... Ну, не то чтобы... Ну, как бы... То есть, да, если, я должна понимать, что меня слышат. Если я что-то говорю и меня слушают, значит, я значима. Да. Второе. Ну, мне пишут так же. Ну, мне уделяют внимание в виде сообщений. Мне должны писать СМС, да? Да. И, то есть, если мне пишут СМС, это означает, что я значима. После того, как вы это повторили, звучит очень смешно. А вообще убеждения у людей очень смешные, зайка. Ты, если бы со мной вот здесь вот посидела рядом, ты бы, в принципе, через неделю бы веселее Петросяна бы себя чувствовал порой. Я не хочу обесценить человеческие проблемы, но убеждения, которые создают проблемы, они реально смешные. Проблемы серьезные и со здоровьем, и с эмоциями, а вот убеждения, они смешные. Зайка, давай продолжаем. То есть сначала люди должны тебя внимательно слушать, затем они тебе должны писать СМС. Что третье? Третье что? Ну, не знаю, должны меня понимать. Это как? Ну, это когда понимать мои... Сопереживать мне. Да, сопереживать. То есть смотри, меня должны внимательно слушать, озаботиться обо мне в виде смс-ок и сопереживать мне. То есть все из этого, вот какому, вот какой главной стратегии детства сводится? Слушать, смсить и сопереживать. Если потому что другого выбора не было, связи с мамой, и только смс-ки, наверное. То есть получается, что сейчас передо мной девочка, которой лет 12. Да. И она искренне убеждена, что она незначима для своей мамы. Ну, сейчас, наверное, уже в последнее время я просто тоже над этим работала, и уже, эта обида была очень сильная. То, что я считала, что меня тогда бросили. Ты понимаешь, что те вспышки эмоций, которые ты создаешь сегодня, вот я смотрю на твою заявку. Да, я очень ранимо на все реагирую. Да. Вот это твоя, давай запишем второе. Мои эмоции сегодня. Мои эмоции сегодня. Какие обычно тебе эмоции свойственны? Обида? Да. Вот. Это центральная твоя эмоция. Запиши это и запомни. Обида – это центральная, зайка, твоя эмоция. Потому что все конфликты, ссоры, тревоги твои… Вот сейчас про тревогу поговорим. То есть, если говорить про обиду, то если парень твой… или твои друзья делают что-то, что ты считываешь, что ты незначима, все это будет обида. Это будут слезы, это будут надутые губы,
и так далее. Так? Да. А теперь скажи мне, как ты чувствуешь тревогу? Но с обиды ты понимаешь, да, что есть паттерн с детства, что я обижена базово. Да, я испытываю базовое чувство незначимости и глубокую внутреннюю обиду. И я пытаюсь декомпенсировать это чувство ненужности от окружающих меня людей, чтобы они давали мне то, чего мне так сильно не хватило. Это ты понимаешь, да? Да. Умничка, зайка. А теперь расскажи мне про свою тревогу. Когда она возникает? Даже сейчас. Хорошо, а еще? Ну, наверное, мысли, когда я понимаю, что могу остаться не в безопасности. Например? Смотри, два варианта. Я сейчас прерываю скайп и говорю, что ты мне неинтересна. И твой парень от тебя уходит. Похоже? Наверное, почему-то было бы обиднее, если бы прерывали скайп. Стой. А почему было бы обиднее? Потому что для меня это значимо больше. Потому что ты мне сама доверяешь больше, чем ему. И ты мне доверяешь больше, чем ему. Поэтому, если я прерву скайп, для тебя это больше подтверждение про что? Про ту психотравму, где я не нужна значимому человеку. Видимо, спустя время он перестал быть для тебя таким объектом значимости, хоть и какую-то роль играет. Поэтому, скорее всего, и с ним у тебя тоже будет вопрос под названием «нести как бы уже не очень, а бросить тоже страшновато». Ну, мы только 2 месяца вместе. А, и чё? Мы начали вместе жить, может быть, и у меня в связи с этим вот только неделя прошла, тоже очень повысилась тревожность, потому что я всю жизнь жила с мамой, и у меня и на маму была обида, и я тоже переживала, что мама... Что? Ну, на самом деле, мне с мамой было хуже жить, и, ну, я очень переживала, в принципе, из-за того, что переезд, все, ну, тяжело это. Нет, давай конкретней. Вот вы 2 месяца с парнем. Почему тебе, если я положу скайп, это обиднее, чем если он от тебя уйдет? Еще раз. Ну, это в данную минуту для меня это важнее. Потому что это мое состояние, оно сказывается на всем целом. И если я не решу этот вопрос, то остальные вопросы, они само собой в моей жизни не будут налажены. Хорошо. А теперь давай про свое состояние. А теперь рассказывай, что тебя ко мне привело сегодня. Это было знакомство. Угу. А теперь я тебя внимательно слушаю, что тебя ко мне привело. Секунду. И про что ты сейчас плачешь? Мне почему-то изначально перед тем, как нужно было вам звонить, меня начало трясти. Пока что не могу понять, почему. Видимо, я для тебя значимый мужчина, от которого ты что-то ждешь. Что бы ты могла ждать от значимого мужчины, такой, как я, для тебя? И что бы ты могла бояться от такого значимого мужчины? Ну, хотела бы, я думаю, помощи. Ну, не помощи, а какой-то информации, с помощью которой я бы могла встать на тот путь, который 7 лет уже у меня. То есть ты сейчас говоришь, что я бы от тебя хотела поддержки? Наверное. А да. Чего бы ты боялась от такого значимого мужчины?
для тебя? Отсутствие поддержки. Игнорирование. Да, игнор. То есть получается, что ты испытываешь тревогу перед значимыми людьми, потому что боишься быть игнорированной. Так, почему-то я это сейчас не могу осознать, сложно. Я чувствую этого. Хорошо. Приведи мне пример игнорирования, которое тебя обижает и потревожит. Ага. Ну, к примеру, это когда я что-то говорю, и в этот момент мне вообще просто ничего не отвечали. Либо я какое-то сообщение написала, и я не увидела на него ответ, то да, меня это очень обижает. Скажи мне, пожалуйста, а ты жила с мамой, да? Да. Хорошо, а расскажи про папу. У меня его не было никогда. Ну, ты... я знала, что он был, и мама мне рассказывала только то, что когда я родилась, у него до этого была другая семья, но когда я родилась, он сказал, что это не его ребенок. Ну, в любом случае, в моей жизни не было отца никакого. А в каком возрасте ты узнала, что он сказал, что это не его ребенок? Может быть, лет 5 назад или позже, когда я начала задавать вопросы. Это во сколько было? Это было уже после того, как все это случилось. Все это что? Когда у меня начались панические атаки, мои первые. А во сколько лет это было? Ну вот, как раз в этом период, когда я была в санатории. И потом 8-9 класс. На протяжении долгих лет я с этим всем жила и избегание делала. Кажется, ты всю жизнь, лет так с 11 из 10, живешь убеждением, что ты не нужна и незначима. В санатории ты незначима. В кавычках была маме, которая там не могла тебя забрать и смс-ками с тобой переписывалась. Потом ты узнала, что папа сказал, что это не мой ребенок. Кажется, ты безумно боишься быть брошенной и остаться ненужной и незначимой. Кажется, это самое болезненное, что для тебя может быть, это когда ты почувствуешь незначимость. Будь то от разговора, когда тебя не слушают, когда тебе не отвечают на смс. Кажется, ты переполнена постоянно считыванием, насколько ты значима. Хотя иногда люди могут не ответить не потому, что ты незначима, а потому, что на самом деле они заняты. Люди иногда могут себя повести не потому, что ты незначима, а потому, что у них есть массу вариантов, почему. Алло. Проблема в том, что, как вы объясняли, ну, я на сезоне 13 была, то, что у меня много понимания, да, но непонятно я, в действиях у меня, видимо, вообще, ну, понимание есть какое-то, да, а вот эта тревога и даже вот это состояние, ну, вот, видимо, действиями я... Не доверяя, может быть, себе самой, что я действительно, ну, что это безопасно, когда вот это, что я 7 лет умираю, все никак не умру, потому что этого не произойдет. Но я, видимо, не могу доверить этому. Уже куда-то и ты перешла. Чего боишься-то? Умереть от чего-то? Ты испытываешь генерализованное тревожное расстройство. Достаточно давно, потому что, в принципе, ты хронически тревожная, потому что это маленький зверенок, который фактически убежден, что он один в джунглях ползает. Да.
Поэтому ты хронически испытываешь напряжение, и ты пытаешься прибиться от одной какой-то зверюшки к другой. Сейчас вот ты 2 месяца назад прибилась к одной зверюшке. Сейчас посмотрим, что там будет происходить. Потом будет другая зверушка. Понимаешь? На самом деле так я не хочу, потому что у меня было убеждение того, что у меня были отношения, и у меня в детстве было такое убеждение свое личное, что в моей жизни должен быть один мужчина. Угу. Да, самое ужасное убеждение. И когда летом у меня было, вот, были отношения первые в жизни, вот год назад, и мы расстались, я очень сильно из-за этого переживала, и мне не хотелось. Да, вот я буду был, любить только одного папу, да? Угу. Ну, я почему-то, мне казалось, что это нехорошо. И... Ну, это понятно. Так, с чего начать с тобой? Я примерно понял. Значит, давай сделаем так. Значит, первое, запомни, есть генерализованное тревожное состояние, которое угу. постоянно поддерживается тобою. Ты сама считываешь поведение людей вокруг тебя как небезопасные. Здесь у меня больше вопросов еще к твоему парню. Потому что с такой психологией личности, как у тебя, он бы мог как раз-таки здесь немножечко помочь. Судя по всему, ты не очень уверена в чем-то. И он не очень-то дает тебе вот какое-то ощущение безопасности. Потому что вот ты сейчас описываешь ситуацию, где ты продолжаешь испытывать хроническую тревогу. Ну да, вроде бы все хорошо, но у меня все равно тревога. Но тревога у тебя по какому поводу? Так. Вот он у тебя есть, да, он никуда не денется. Да, как бы? У меня несколько дней назад, я извиняюсь. Очень дней 5 назад у меня случилось за последнее время, у меня панических атак уже год не было, потому что я, ну, то есть активно старалась, я в метро раньше боялась, я всего избегала, да, то есть сейчас я активно старалась, ну, у меня не было уже панических атак в метро или там, где раньше это случалось, но несколько дней назад, получается, всего неделю, как мы живем вместе, и еще несколько дней назад случились в день ситуации, в конце дня у меня началась как лихорадка. Ну, у меня раньше бывало такое, когда был самый пик. Но трясти. Я про это и говорю. Я сейчас расскажу, почему могу рассказать. Но, скорее всего, произошла какая-то ситуация, которую ты считала как небезопасную. Их за целый день произошло несколько, да. И что это за ситуации? Первая ситуация – это я ехала в автобусе, не пробила билет, и зашли контролёры. Угу, зайка. Да. Но зайка – это про зайца, а не про тебя. Ну, не важно. Но зайцами называют тех, кто без билетов ездит. Так. А, ну я в хорошем смысле говорю сразу. Потом я ехала в такси в этот же день. Домой, и почему-то мне показалось, что водитель везет меня не туда. И у меня возникла тревога. И потом, конечным итогом, вечером, уже домой, когда я приехала, и с молодым человеком произошел небольшой такой конфликт, потому что я уже была, ну, у меня вот эта тревога, она меня держала. И мы с ним поссорились, получается. И что ты почувствовала, когда вы ссорились? Так, очень важно сейчас. Я почему-то чувствовала тревогу. Это последствия. А вначале что ты почувствовала? Ты тревогу почувствовала именно от этого? Что он начал говорить такого, что ты начала как-то интерпретировать? Возможно, что он отвернулся. Да. Отвернулся? Да. В каком смысле? И это стало пиком. Отвернулся в прямом смысле.
А теперь смотри. То есть... Первая ситуация с контролерами, у тебя возникает страх наказания. Вторая ситуация, у тебя возникает опасность. И в третьей ситуации это отвержение. Наказание, опасность, отвержение. Это все, опять же, про маму. Наказание, опасность, отвержение. А наказали как меня? Или я боялась наказания? Но в частности, метафора про контролёра – это то, что тебе будут, ну, если накажут. Накажут – это означает, ну, логично. Ну, как бы, накажут. Я буду плохой. Наказание, опасность, отвержение. Вот эта генерализованная модель считывания поведения людей. Ты в целом смотришь на мир только в одной парадигме. Вдруг меня накажут, вдруг меня отвергнут, вдруг меня бросят, вдруг я буду незначимый. И когда ты находишь небольшие, как тебе кажется, логические... повышается эмоциональный градус, да. Да. Как тебе кажется, логические обоснования, у тебя поднимается тревога, ты испытываешь вегетатику. Теперь пишем с тобой технология. Давай по технологии пройдемся, Быра. Значит, есть 4 элемента, которые тебе нужно тренировать, чтобы справиться с этой привычкой. Вот я сейчас их буду диктовать, а ты записывай, только запиши сейчас, потом на большом листе запиши. Первое пиши. Я сначала продиктую, потом будем разбирать. Первое пишем. Я не знаю. Я не знаю. Написала? Ангелина. Да. Я не знаю. Второе. Да. Я не знаю. Второе. Какие могут быть варианты? Какие могут быть варианты? Какие могут быть варианты? Да. Третье. А даже если... Да. Четвертое. Как я поступлю? Угу. Прочитай. Я не знаю. Видимо, ну, я не знаю, почему он так написал. Нет, прочитай все 4 пункта. Какие могут быть варианты? А даже если... И как я поступлю, если так будет? Хорошо. Смотри. Когда у тебя есть привычная форма мышления, она у тебя работает по одному принципу. Я точно знаю, что то, как он себя ведет, это вот так-то, так-то, так-то и так-то, и это опасно тем-то, тем-то. То есть у тебя в голове протоптаны с раннего возраста одни и те же маршрутики, которые заставляют тебя быть в генерализованной тревожности постоянно. То есть первое, что ты начинаешь делать, это ты говоришь, я не знаю, почему этот человек так на меня посмотрел. Я не знаю, что имело в виду. Я не знаю, почему он не взял телефон. Я не знаю, почему он не ответил. Я не знаю, почему он в таком настроении. Я понятия не имею, почему человек так себя повел или почему что-то происходит. Это понятно тебе? Да. Еще раз повтори. Я не знаю, почему человек так себя повел. Почему он не берет трубку? Я не знаю, почему он так, ну, ответил. Я не знаю, почему. В общем, почему у начальника нет настроения. Ну, вот. Да. Второе. Какие могут быть варианты? Здесь тебе нужно очень быстро себя одернуть и предположить 7-10 вариантов, почему такое вообще могло произойти. Например, я не знаю, почему мой парень или еще кто-то не ответил на СМС. Возможно, телефон разбился, телефон выключился, разрядился, потерялся, он его где-то забыл, оставил, не может ответить, не видит сообщения. Поняла?
Да. Или почему я не знаю, почему человек так мне резко ответил. Возможно, он до меня чем-то был разозлен. Возможно, я ему кого-то напомнила. Возможно, я задала вопрос не в самый подходящий для него момент. Возможно, у него что-то болит. Возможно, он сам беспокоится о чем-нибудь. Сам о чем-то беспокоится, он на взводе. Возможно, mm-hmm. 5 минут назад что-то случилось, о чем я не знаю. Третье. Mm-hmm. А даже если самое худшее. Например, я не знаю, почему мой парень не ответил на смс-ку. Вариантов великое множество. Перечисляешь, да? Mm-hmm. Обязательно надо перечислять. А даже если он не хочет мне отвечать, я его замучила, как я поступлю в этой ситуации, как я к этому отнесусь? Ну, давай потренируемся. Итак, ситуация. Парень не отвечает на твой телефонный звонок. Поехали. Ну, я не знаю, почему. Ну, чтобы мне первое в голову пришло, конечно, что-то плохое. Еще раз. Я знаю, что тебе первое в голову пришло что-то плохое. Пытаюсь твою голову обратно, блядь, как это самое, избушка на курьих ножках. Давай, нормально теперь думаем. Ты на планете эмоционального интеллекта, а не автоматизме. Тобой, всё. Зайка моя, правит автоматизм. И мне угу. придется этим автоматизмом твоим заняться с тобой. Потому что вот у тебя протоптанные 2 нейрона. Все, пиздец. Меня бросили. Все, бросили. Все, я не нужна. Все, я не нужна. Все, меня бросили. Все, все, меня бросили. Я не. Понимаешь, это как бы и смешно, и не очень. Потому угу. что у человека может произойти все, что угодно. Блядь, понос, понимаешь? Все, меня бросили. Понимаешь, он там обосрался, а ты уже, в принципе, на развод подала. Да. Но нельзя так автоматически, понимаешь, ко всему. У человека просто плохое настроение, потому что ему у него жена там какая-то больная, и он на тебя сорвался. Ты все, я ненужная, незначимая, все, я увольняюсь, все. Нельзя так автоматически идти. Иначе будут множество проблем и социальных, и личных, и так далее. Будешь вечно обиженная, на которую сама знаешь, что кладут. Mm-hmm. А тебе надо, чтобы это не клали, а чтобы это было в тебе. Потому угу. что это метафора да. того, что ты значима. Если тебя не трахают, значит, ты незначима. Если меня трахают много, значит, я значима много. Правда? Нет. Ну, потому что я же говорила, что хотела, чтобы у меня был один мужчина, поэтому я очень в этом плане была... А один мужчина, соответственно, он не должен этого делать. Какая разница, один ну... или 100? Ну... Это как-то само собой разумеющееся. Ты пойми, что... Нет, не само собой разумеющееся. Пойми, что для тебя один мужчина – это метафора базового доверия. Я встречу одного такого, которому доверюсь на всю жизнь. То есть у тебя концепция про доверие, она у тебя вышла за берега совершенно не в минко с реальностью. Давай тренируемся, еще раз вернемся. Итак, человек не ответил на телефон. Поехали. Ну, я понятия не имею, почему он мне не ответил на телефон. Так. Дальше. Он мог поставить его на беззвучный, он мог просто не слышать, он мог его где-нибудь забыть, он может быть в туалете, он может быть просто с кем-то сейчас разговаривает и занят. Дальше. Еще 5. А даже если... Еще 5 получается... вариантов. А, еще 5? Угу. Он не хочет мне отвечать. Угу, еще. Он с кем-нибудь на свидании. Окей. Разбил. Он разбил телефон так. Украли. Забыл в такси. Украли. Да, разрядился. Разрядился, забыл в такси. Намок. А даже если самое худшее, что здесь? А даже если он не хочет со мной разговаривать или с кем-нибудь, с девушкой на свидании, как я поступлю? Здесь идет подсхема. Первое. Может ли быть такое? Это в 4-м пункте?
А даже если, как я поступлю, да, это в четвертом пункте идет встроенная подсхема. Чтобы понять, как я к этому отнесусь, нужно еще раз к этому отнестись рационально. То есть сначала идет в целом рационально, я не знаю, возможно, то-то. А даже если самое худшее, как я к этому отнесусь и что я буду делать? И вот здесь идет встроенная схема мышления, еще одна. Первое. Вообще, возможно ли такое, что твой парень передумает и скажет «Чао, бомбина, сеньорита»? Мне почему-то сначала хотелось сказать «нет», но вообще-то это, конечно, возможно. У абсолютно. Тебя видишь, как у тебя автоматизмы работают? Да. Нет. Один на всю жизнь. Не должен меня бросить. Возможно. Должен ответить. Нормально. Должен ответить. Да. Но сразу возникает «нет», а потом уже, когда начинает думать, тогда уже... Передай своему парню от меня большой привет и скажи, что я ему искренне желаю успехов и терпения. Потому да, что ему придется не сладко с тобой. Я сейчас не шучу, Ангелина. Я мало какой парень тебя выдержит. Потому поэтому что таким, как ты, девочкам, надо доказывать, что он не олень. А я тебе как мужчина и как консультант твой могу сказать, что мало какие мужчины долго выдержат доказывать, что он не ту, что он не олень. Они какой-то момент могут подоказывать. И какой-то момент, как правило, первые там полгода их это даже заводит. Даже месяца так 3-4. Но потом, когда эмоции, естественно, стухают, да, ресурса меньше эмоционального, ему с каждым разом становится будет все тяжелее и тяжелее выносить твои вот эти под названием «А ты точно меня любишь? А ты, а что ты не нет, ответил?» Нет, я так не спрашиваю. Нет, у меня нет гиперконтроля, я скорее с точки зрения рациональности, когда у меня возникают такие желания, я их подавляю, потому что я знаю, что это нехорошо. Да я понимаю, что ты их подавляешь, потом это подавление выльется всем вам боком. Теперь ну, давай вернемся к встроенной схеме. Поэтому парню передай большой от меня привет. И чтобы он терпения набрался. Потому что ему постоянно придется доказывать тебе, что он тебя любит. А ты будешь все время его бессознательно и сознательно проверять на это. И это будет постоянно подрывать твое самочувствие. Потому что какую-то часть, как ты правильно сказал, ты будешь подавлять. Обидки вот эти копить. Вот тебе ком в горле, тахикардия. Добрый вечер. И будешь все время обиженный с одним известным предметом на лбу ходить. И он никак не может понять, что ты все время дуешься. Что не так, блин? Что не так? Что не так? Что не так? Правда. Правда. Вот это что не так его заебет в какой-то момент, понимаешь? Но я не хочу, чтобы так было. Вот чтобы так не было, еще раз, запоминай схему. Первое. Я не знаю, почему человек так себя повел. Понятия не имею. Устал, болеет, не знал, выкинул, забыл, потерял, умер, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А даже если он разлюбил меня, а даже если он не хочет отвечать мне, а даже если он ненавидит меня, как я к этому могу отнестись? Первое. Возможно ли вообще такое в принципе? Да, и почему? Отвечать? Просто запоминай. Да, возможно, это на планете. Потому что... И тут ты начинаешь говорить, что все люди разные, что люди могут передумать. Это и надо, зайка, тренировать тебе. Ты просто не занималась технологией. Рассуждение вот этой неваляшки в голове, чтобы тебе в голове прорастало это. Дальше, еще раз. Возможно ли такое в принципе? Да, возможно, и почему? Так ли это драматично и ужасно? Да, это неприятно, но... Говорит ли это о том, что я какой-то плохой или какая-то плохая, или какая-то там характеризуемая? Нет, и почему? Успеваешь? Угу. Ну, потом в копии посмотри, запиши себе. Да, да. Нет, и почему? Дальше. Как к этому я могу отнестись и что я буду конкретно делать? То есть ты должна постоянно, зайка, задавать себе критические вопросы, уводя себя с привычной вот этой тревожно-депрессивной концепции «все, пиздец, меня все бросили, я осталась одна». И вот это у тебя две эмоции – тревога, обида и тревога. Вот у тебя всю жизнь.
То есть, если бы я вводил новую классификацию, это было бы обидно-тревожное расстройство. Ты вечно либо в обиде на кого-то, либо ты в тревоге. Обиду ты глотаешь и все время ходишь внутри себя, либо ты тревожишься. Тревожишься, у тебя вторичная функция, знаешь, какая забавная? Когда ты тревожишься, у тебя возникают паники и ипохондрия, ты бежишь попросить чего? Значимости. А ну-ка покажите, как вы сейчас будете меня спасать от смерти. Насколько я значима? Когда случилась паническая атака, и он хотел помочь, я сказала, пожалуйста, не трогайте меня. Дайте мне спокойно умереть. Ну, вот это, пожалуйста, не трогайте меня, это, в принципе, реверсная концепция про помогите на самом деле. На самом деле это реверсная концепция про помогите мне. Поэтому все твое поведение, оно пропитано из симптоматика в том числе, это попытка попросить о значимости. То есть это примерно так. Привет, как дела? Нормально, я тут умираю. Ну, ничего страшного, все нормально. Не обращай внимания. Блин. Так? Видимо. И вот эта вот история про такую, знаешь, вот вечное такое страдальческое «я умираю, но ничего страшного», «все плохо, но вы не обращайте на меня внимания». Параллельно к истории про то, что надо слушать меня всегда внимательно, смсить и сопереживать, и сострадать мне. В целом ты своей болезнью и поведением просишь о любви, и о принятии, и о гарантиях, что тебя не бросят. Вот почему он один должен быть. Один – это гарантия. Ты хочешь гарантии, что тебя не бросят, ты хочешь гарантии, что тебя примут. И в целом все твое и симптоматическое, и эмоциональное, и поведенческое – это все про одну историю. Я больше не хочу быть брошенной и чувствовать себя ненужной. И я так сильно на вас обижена, когда вы транслируете мне это. Или я так сильно тревожусь, если это случится. Чтобы вот этот автоматический паттерн мышления поменять, тебе надо пересмотреть эту копию, и тебе нужно выписать вот эту схему. И каждый день тебе нужно ежедневно подходить к зеркалу и, в принципе, в течение дня с собой разговаривать. Словами, зайка, куда тебе сейчас несет? Куда тебе сейчас несет? Опять же, выучила, я не знаю. Какие варианты? А даже если план действий, такое возможно? Да. Почему? Подкачину. А что это доказывает? Нет, не доказывает. А с чего я решила? Ну да, неприятно, но как я буду действовать? Так-то, так-то. И так, милая моя, каждый день. Если ты будешь способна с собой вот этот разговор заводить внутренний, такой, я это называю самомедитацией или самодипломатией, если ты способна на этот внутренний диалог с собой, а девочки, как правило, показывают более способность здесь, самое же забавное. Парни более поверхностные, девочки любят чуть-чуть поглубже. Ну, девочки вообще любят поглубже. Вот. Блин. Да. Вот. И вот это надо тебе понимать, что тебе придется вести с собой разговор, понимая, что у тебя есть привычная форма мышления, да, которую надо менять. И вот эта твоя тема «Будет один парень» – это и есть та самая гарантия, и это и есть та самая стабильность, безопасность, тот самый папа, который не бросит, та самая семья, которая будет вечна, те самые гарантии, что я значима. Потому что для тебя метафора «разные мужчины» – это всегда про нестабильность и про бросят, и про неопределенность. И для тебя это невыносимо, потому что ты считываешь это базово тревожно. Да. Как будто маленький зайчонок с голой жопы по джунглям ползает. Да, один. Один. Его то берут, то бросают. Да. В принципе, на самом деле случай, но не суперсложный. Просто тобой надо заняться, как сказать, плотно. Будет возможность, приходи на персоналки.
Я сейчас об этом подумала. А у вас время вообще ближайшего? Я что-то слышала, что у вас на полгода, что ли, все расписано? Ну, минимум. Там проблема в том, что, во-первых, там все расписано, во-вторых, я улетаю через энное количество времени. То есть точка роста закончится, у нас будет еще два больших проекта, два вебинара по мультитаскингу, там еще один. А потом я опять улечу, и потом начнется 14 сезон. Получается, что к вам записаться на персоналку можно только через полгода. Это ну, долго. Это есть проблема. Я что-нибудь подумаю. А ты есть в Инстаграме? Да, я подписана. Спасибо. А напиши мне в директе. Только напиши мне в директе просто коротко. Это я. Меня зовут Ангелина. И мы с тобой что-нибудь придумаем. Ладно, в хорошем смысле. Я что-нибудь с Таней поговорю. Посмотрю, что у нас там по расписанию. Потому что... Тебе надо потренировать, понимаешь, вот эта привычная форма, она должна быть просто растренирована. И тебе нужно еще оказать вот эту некоторую внутреннюю поддержку, что на самом деле ты не зайчонок с голой жопой в джунглях один. Ты обычная девушка, наверняка интересная, но привычная форма мышления, привычная привычка обижаться, трактуя события, что я незначима, ах вы уроды, прося о помощи, прося о любви вот так вот завуальвированно, это не самая лучшая стратегия 2020, понимаешь? Потому что через 2-3 года мир еще больше ускорится. Тебе через 2-3 года будет всего лишь 25, там, плюс-минус. Самый расцвет. И что ты будешь с этой своей стратегией в этом расцвете делать? Понимаешь? То, что и сейчас, ничего хорошего. Ничего хорошего, поэтому тебе надо заняться именно вот этим самым внутренним диалогом. Услышала его? Да, я просто понимаю, что мне как-то в одиночку действительно с этим тяжело справиться, и было бы очень хорошо, если бы у вас нашлось время. Тяжело, просто тебе нужно немножечко опереться. Люди с такими вот расстройствами, они нуждаются в этой опоре. Тут дело не даже в интеллекте. Технологию-то ты поймешь сама. Ты не девочка, не глупая, это слышно. А нужна опора, которой у тебя не было. То есть, фактически, это папа, который должен научить девочку кататься на велосипеде. А потом отпустить велосипед, она поедет сама. Это папа, который должен научить кататься дочку на велосипеде, поддерживая ее, а потом отпустить велосипед, и она поедет сама. Почувствовала? Да. Вот. Вот это и есть та самая терапия. Ну, неожиданно на самом деле было. Я много думала, пыталась найти причину, но как-то все прям более так сегодня. Ну, поэмоциональней, да? Прикоснуться сегодня к этому моменту, да, эмоциональному? Я глубоко так не думала, что это настолько меня всю жизнь съедает, если честно. Но вот ты если понаблюдаешь за собой, ты увидишь, что у тебя два паттерна. Либо ты обижаешься, либо ты тревожишься. И все, что ты делаешь, это профилактика либо обиды, либо профилактика тревоги. Даже симптоматическое поведение твое, в принципе, оно все про одно. Это про латентно попросить о поддержке. И здесь ты нервничала сегодня перед скайпом, потому что ты боялась, что я тебе эту поддержку не дам. Под названием «Я тупану, и он меня бросит». Последний вопрос. Мы можем этот скайп на канал выложить? Да. Спасибо. Володя, Роберт, имейте это в виду, пожалуйста. Как тебя зовут? Ангелина, да? Да, Ангелина. Спасибо тебе большое. Приятно было с тобой сейчас разговаривать. Видно, что ты очень... Ну, слышно, что ты очень добрая девчонка. И я уверен, что вот 100 человек почти, они все очень сочувствуются с тобой. И очень хочется, да, чтобы ты встала на ноги, а не тряслась в уголочке. Я больше чем уверен, что ты очень достойна
спокойной жизни, с небольшой ноткой грусти внутри, зайка, которая с тобой всегда будет, потому что папу я тебе не верну, и маму я не переделаю. И вот это прошлое, с которым ты столкнулась, оно всегда будет с тобой. Но оно будет внутри тебя, осознанно, и оно не будет управлять твоим сегодняшним выбором и твоими сегодняшними страхами и сомнениями. Ты будешь управлять так собой, как ты хочешь. Встречаться, расставаться, приходить, уходить, пытаться, пробовать. А сегодня ты этого не делаешь, потому что полностью ты парализована вот этой старой концепцией. А вдруг меня бросит, а вдруг я буду незначима, ах так, я незначима, ах так, а если я буду одна, ой, я не справлюсь, ну как же так, как они могли, опять я одна. И у тебя все по одному и тому же маршруту. И, конечно, ты идеальная жена, потому что ты будешь прислуживать в кавычках идеально просто. Если тебе транслируют, что тебя любят, и ты значима, все, ты готова просто вот просто не расстилать, пока он поссать пошел, понимаешь? Только бы мне говорили, что я значима. А этим могут воспользоваться, потому что развести тебя как два пальца об асфальт. Вот тебе достаточно просто внимательно тебя слушать и кивать, заебывать тебя смс-ками вниманием и сопереживать тебе, и ты влюбишься, понимаешь? Но при этом действия должны совпадать. Естественно. Но представь себе человека, который тебя прочухал, и он начинает тебя внимательно слушать, блядь, заваливать смс-ками, встречать, что-то делать, сопереживать. Все, ты видишь, какой помогающий, какой мой парень вообще. Закрывает мою потребность? Конечно. Они у тебя так торчат, что, в принципе, какой-нибудь долбоеб это быстро очень считает, этим может воспользоваться. Тысячи девушек уже на это попало. И не попадайся ты. Потому что ты очень удобная. Тобой потом сманипулировать еще больше, проще. Как только человек закрывает твои потребности, дальше ты полностью манипулятивна. Потому что ты села на эту историю, а дальше он может уже делать что угодно, ты с этого не соскочишь. Даже если он будет объективно неправ. Спасибо тебе за кейс. Спасибо, Алексей. Не за что. Счастливо.